Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это рубрика «Тайны The Isle of Rima». Насколько мы знаем, The Isle связывает достаточно много гипотез, тайн с лором игры. Практически во многих играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное послание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов тайн разбирали происхождение каннибалов и людей в игре, а также слышали их голоса. Да, собственно, они слышны до сих пор в игре. В прошлых сериях тайн мы слышали удивительные звуки, возможно, будущих игровых динозавров в игре. Многие игроки, кстати, не обращают внимания на многие происходящие вещи, да и, собственно, скорее всего, это больше интересует таких людей, как я, которые хотят изучить и изучать внутренний мир The Isle. Как по мне, это круто. Понять, что происходило в игре, будет происходить. Ведь многие происходящие в игре вещи так или иначе подчеркивают нам будущее и прошлое. Да и сами разработчики любят нас подразнить чем-то новеньким. Ну а в сегодняшней рубрике именно то, о чем я говорил немного ранее. Отпечатки рук и наскальные рисунки на скале. Не знаю, может, я ошибаюсь, но как мне кажется, что скорее всего здесь отведена частичка лора касательно туземцев, жителей острова, в дальнейшем каннибалов, которые бок о бок существовали на острове с динозаврами. И, как мне кажется, у туземцев здесь было какое-то свое святилище. Почему святилище? Сейчас вы все увидите. И, кстати говоря, там происходит до сих пор непонятное для меня бульканье. Кстати, все это находится на Саус-Ист. Что это такое? Пишите в комментариях, буду рад почитать. Короче, смотрим и слушаем. Ну а если тебе понравился данный ролик, обязательно пальчик вверх, подписка на канал и жми колокольчик. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.